Здравствуйте, меня зовут Павел Нагай, мне 39 лет, я актер театра и кино. Вот уже более 4 лет я снимаюсь в разных проектах, у меня 3 главные роли, более 40 эпизодов с текстом. Моя сильная сторона в актерском мастерстве – это некая жизненная насмотренность, потому что я всю свою жизнь коммуницировал с людьми, я родился в многодетной семье. Благодаря переездам моих родителей я учился в 5 разных школах, потом служил в армии, после этого открыл собственный бизнес и за 12 лет проинтервьюировал более 800 человек. В моей записной книжке более 5000 настоящих живых людей, с которыми я когда-то общался. И поэтому, когда мне приходится вживаться в какую-то роль, я просто подставляю, вспоминаю какого-то человека, который некогда был со мной знаком. Лично мне нравится играть драматические роли, где у персонажей есть некая трансформация. Кстати, я веду видеоблог в Ютубе, увлекаюсь психологией, занимаюсь активными видами спорта, много занимаюсь актерским мастерством, обучался у мастера Георгия Штиля в Академии кино и театра. Я бы хотел поучаствовать в вашем проекте. Спасибо за внимание.